Всем привет, кто еще следит за нашими приключениями на Армянском острове. Вот мы попали внутрь, буквально с минуты на минуту должны начаться визиты гуидата, то есть визит экскурсия. Пока что мы находимся в саду монастыря, все люди, которые приплыли сюда посмотреть на жизнь этого армянского монастыря на острове. Пока вот мы гуляем по его внутреннему саду, рассматриваем арки, рассматриваем кельи. И в общем хочу обратить ваше внимание на то, что первый раз за все время наших прогулок по Венеции мы таки попали не в бывший монастырь, а в действующий. Ну, пока это не очень бросается в глаза. В общем, основная здесь, вы видите, экспозиция посвящена армянскому геноциду 1915 года, ну и, естественно, всем предшествующим геноцидам, начиная с конца 19 столетия. Здесь такая большая экспозиция. Лица вам все знакомые в основном, но правда вот мхитаристские религиозные деятели, которые погибли в ходе геноцида армян в 1915 году, всех их жизнь оборвалась. Вот армянские писатели, поэты и журналисты, которые стали жертвами геноцида. Вот Кмитас, который спасся из Стамбула, как мы помним, но сошел с ума и от увиденного и пережитого. И вот он на смертном одре, он умер в парижском пригороде Вильжуиса в 1935 году. Травмы не пережил. Да, вот постепенно собирается наша шумная экскурсия. У нас будет армянский гид на итальянском языке. Считайте это просто уроком итальянского. Я не знаю, когда у нас пропадет связь. Я не могу этого предсказать. Я с большой степенью уверенности могу сказать, что если уведут нас в кельи, то никакой Wi-Fi туда не добьет, тем более такой слабенький. Поэтому пока рассматриваем внутренний двор монастыря и не удивляемся, когда эта трансляция прервется. Вот главные злодеи армянского геноцида. Это Джемаль Паша, Энвер Паша и Талаат Паша, а также султан Абдул-Хамид II, которому не забывают напомнить, что погромы армянские начались еще в конце 19 столетия. Вот директивы Талаат Паши, министра внутренних дел Турции, предписывающие уничтожение армян. А вот вполне в еврейском духе галерея тех, кто спасал армян, кто помогал армянам. Это разные дипломаты, журналисты, общественные деятели. Вот Фритьоф Нансен, например, друг армянского народа. Вот Анатоль Франц, писатель известный. Ну, дальше фотографии детей, осиротевших, попавших в различные приюты, однако же спасенных геноцида. Вот лагерь армянских сирот в Александрополе. Потом это стал Исникут или Минакан, а сейчас это Гюмри. Вот видите, они благодарят Америку за свое спасение. Ну, пойдемте посмотрим, вот у нас экскурсовод появился, что-то рассказывает. Я синхронно вам не обещаю, потому что итальянский мой так себе. А говорит она очень быстро. Впереди вот эта дама, которая здесь видна за лысинами моих попутчиков. Сейчас она нас куда-то поведет.
места не столь удаленные от Wi-Fi. Знаете, решительно мы двинулись. Довольно долго, почти часового ожидания. Вот. Как мы любим. Карта Армении на ее же языке. Обычно на такой карте Армения является вся известная нам Передняя Азия. Вот сейчас жители идут. Армянские. Мы продолжаем по двору. Поди знаю, удаляемся, но при этом от источника Wi-Fi или приближаемся к ним. Но смотрим на двор, любуемся действующим монастырем. Движемся строем. Кто бы мог знать, что европейцы так куда-то заточены. О, вот и собака. Какой же монастырь без собаки. Так, заходим в тесный коридор. Начинаю беспокоиться. Вот, президент Вилсон, напоминаем, велел предоставить Армению. Вот операция «Возмездие Немезида». Скульптура «Армянские сироты». Продолжаем движение в узкую щель. Не удивляемся, если нас прервут. Это вот в разных местах мемориалы. Lui istituisce questa congregazione nel 1700 con una missione più specifica.